NP – это Interaction to Next Paint. Это новая метрика, которая заменит FID – First Input Delay – в качестве Core Web Vitals в марте 2024 года. С тех пор NP не является частью Core Web Vitals. Search Console сообщает данные NP, чтобы вам подготовиться. И конкретно тут показатели по NP есть, хорошие, плохие. И вот NP. Но именно про нее тут можно посмотреть. Вкратце она говорит о том, эта метрика, что насколько вы можете начинать взаимодействие со страницей в момент отрисовки. Ну, то есть может что-то дорисовываться, и вы не можете там что-то кликнуть, проскроллить и так далее. И это вот по сути является этой метрикой. Как только вы, например, можете какие-то действия делать на странице, ну, по сути, это метрика NP, ну окей.